А теперь, значит, вот это была одна техника. Сейчас вот тоже построена на образах, но это другая техника. Посмотрите, вы присущи к своим ощущениям, что вы чувствуете. Каждый раз внешне ведь это очень все похоже, а внутренние ощущения совершенно разные. Вы посмотрите, вот техника. Ощущения. Пустота какой-то вырвалась, заебала, пустой стал. Еще внимательнее, слушайте, Данил. Ощущение. Нет, уже отключился, это да. Это связано, значит, посмотрите. Да, затягивайте немножко. Ну, чтобы тянуть само собой. Не затягивайте эту воронку. Ну, затягивает, да. Это техника нерва. Видите, я спутываю еще. Видишь, некая связанность. Внутреннее некое напряжение. Захват же есть, правильно? Вот почувствуй, интересное тоже ощущение. Вот он, посмотри, вот он не был, смотри. Ощущение. Чувствуешь, ты напрягаться можешь, а что делать не можешь? Да. И даже хочется сильнее напрягаться, но это не помогает, да? Да. Вот посмотри, видишь, вот он. Увидел это напряжение? Увидел. То же самое напряжение, что было, но силы нет. Нет, наоборот, еще сильнее хочется напрягаться. Силы нет, да. Сковывай, сжимай. Вот напряжение, вот оно идет, смотри. Опа. Рука там остановилась.